Пойдем. Забираю Hyundai Elantra, и у меня есть одна новинка, смотрите. Помните, я последнюю машину доставлял, Lexus белый такой, и клиенту все понравилось, ему супер восторге, и говорит, я уже уехал от него, и такой пишет смс, типа, Дим, приедь, у меня есть для тебя подарок. Я такой, о, здорово, ну ладно, давайте повернусь. И... та-да! Картина! Это жена рисует. Круто. Прикольно. Можно забираться. И еще ночевать в любом месте, где угодно. Блин, может быть, мне такой же на трак поставить? Нахер мне в машине спать, если можно на крыше? И вот такую, и черепаху себе взять. Ну а теперь самая интересная моя игра. Найди тачку. Тачка где-то здесь. Как хорошо, что есть ключи, которые в 95 случаях не работают. Ну вот. А может быть другой? Слышите? А, это просто жесть. А, вот она. А, смотрите, гудок не работает. Нажимаю. Но зато работает открыть и закрыть. На самом деле, мне нравится эта машина. Я сколько на ней проездил, чего я только на ней не делал. И, по-моему, это самый крутой бюджетный вариант. Охереть, что они сделали! Это... вау! Думаю, мы найдем, чем занять эти 5 минут. Но только ничего не происходит. Надо нажать просто. Ой, ковши... Это что, Урус? Чине. Такие сиденья еще нормальные. Всего 10 тысяч манас. Что это такое? Надо работать. Прям как у меня было. Реально такая же коробка. Драйв мод есть еще. Давай спорт. Охерительная машина, мне нравится. Я реально говорю, это один из самых крутых бюджетных вариантов. Сколько она стоит? И цена на нее, кто видит? 33 310. Я нахожусь в Калифорнии. Это место памяти Леонардо да Винчи. Оружие. Зацените. Из этих пушек, видимо, раньше стреляли. Как? А, погнали посмотрим, кто там на памятнике изображен. Ну, вид, конечно, здесь... Мне больше всего нравится Калифорния. Калифорния, мне кажется, здесь... Как... Я здесь скорость куплю квартиру, дом. Потому что здесь всегда охренительная погода, всегда солнце, всегда лето. Лучший климат в мире, как считается. Стена. Окей. На лавочке какой-то изображен. Team and Albin. Албина.
Тим и Албина сидели здесь. О, собаки. Донатс. Кто это такая? Это у нас... Короче, дайте мне пару минут, и я скажу, кто это такой. Прошу прощения. Это генерал Паттон и его пес Уильям. Были неразлучимыми спутниками во время Второй мировой войны. Символизируя преданность и лояльность. Уильям погиб на службе, оставив генерала глубокий борт. Вот это пушка. Кто в танчике играет? Какой-то там, по-моему, Т-9. Блин. А, нет, это... Вот это снаряд. Охереть, прикинь, такой прилетел тебе в комнату просто. Ну, а что здесь? Не пойму. Ну вот это больше похоже, знаете, на какой-то танк более современный. Наверное, недавно чуть наверное. И, конечно, так мне хочется перелезть туда и залезть вот туда. Это Тигр. Я знаю, это танк. Это 9 уровня в танчиках. Это ТУ 8 уровня. Примерно там пару дней нужно поиграть, чтобы получить такой. Но он пробивается вот сюда, просто стреляешь. И все. Нет. Круто. Охренеть, вот это дуло. Я приехал в Сан-Франциско. О, нет. Еще не приехал. Это мне надо приехать в Сан-Франциско с Лос-Анджелес. Сейчас я нахожусь здесь. Я приехал забирать Феррари, но такой Феррари я вообще никогда еще не возил за 2 года работы здесь. Это впервые. Я просто... О, Урус проехал. Ну, понятно, да, какие здесь ребята живут? И вот такие здесь домики. А вот он со мной. Йоу, охереть. Карбоновые диски. Чтоб я так же... Карбоновые диски. Карбоновые... Да. Ну, выглядит красиво. А, это тоже карбонус. Шланг его на оранжевом. Он и сам мотор. Правда, я не разбираюсь. Поэтому ничего сказать не могу. Но жопа у нее, конечно. Знаете, самое херовое, то, что здесь есть такие маленькие бампы, так называется. Вот. Вниз и наверх. И они расположены вот на пересечении, где дороги пересекаются. И для того, чтобы люди сбавляли скорость. Но Феррари настолько низкая, что у нее прям вот эта юбка вся в жопе, вся поцарапана. И перед так же. Ну, охереть. Охереть. Можно без слов просто покажу и вот... Сенсор. SF90 Spider. Такие сиденья. Ковши, естественно. Что здесь еще может стоять? Блин, ну салон вообще охерительный. Посмотри, какой он дизайн сделан. Так, так. Ша. Колонки. UBL.
Выбираю белый. Ключ, кстати. Прикольно. А, это он вот так вот кладется, для него специальное местечко есть. А, я понял, я понял. Это он достает? Прикольно. А что это коробка передач у него такая? Да. Охереть, я вот такую вообще никогда не видел. Но... я не знаю. Сидеть, охереть, как удобно. Ездить, руль держать тоже. Машина... А, да, 2022 года это Феррари. Феррари SF90 Spider. В итоге, мне за нее заплатят 600 баксов. Мне нужно проехать с Лос-Анджелеса и до Сан-Франциско. Но я сегодня там буду. В итоге у меня получается, я забрал две машины с Лос-Анджелеса. Первая машина у меня идет за 600 баксов, вторая машина у меня идет за 590 баксов. Сегодня я приеду, сегодня это... выгрузить у меня получится только завтра, потому что я в дилерский центр выгружаю. Сейчас время 3 часа дня, мне проехать надо часов 6, в 9 часов я там. То есть за 6 часов я заработаю сколько? 1200. 1190 долларов. И у меня на дизель примерно уйдет сколько? 200, ну где-то 250 долларов. И из этого мечтаю. Так, и тут сейчас математика. 2 плюс 2 равно за день, за 6, за 7 часов чистыми 920. Как нормально? Это, конечно, нормально. Сенсорная, ты серьезно? Умер его. Что? Что ты? Все? Ты работаешь, да? А, это выбирать. Спорт. Не, давай не спорт. Давай не рейс. Давай вот самое обычное, самое новое. Самая минимальная скорость. Теперь мне нужно закрыть сенсор. Охерительно, мне нравится. Хорошо, давай еще раз. Вот смотри, ты заведена, правильно? Возьмем на спорт, переключим, поставим автомат. А, первая передача где? Там ты не едешь? Как сделать так, чтобы ты ехала? Я не умею. Ой. Работать с тобой пытка. Может быть, я просто ее не завел? О, надо еще раз было нажать. И теперь нажимаем на автомат. Не, на реверс. Назад зеркала. Как назад зеркала? Вот так. Я поднимаюсь. Охеренно как. А можно здесь так? Ух ты, ничего себе! Вот это я чуть не на новую это не попал. Чуть диском это не задел бордюр. Не знаю, где паркинг. Где паркинг? Где ручник? А, вот здесь вот кнопочка маленькая, смотрите. Вот. Паркинг. Охеренно. Сегодня 5 октября 2023 года, время 3:26. Вот это царапины, которых я не заметил. Вот это вот не очень хорошо. А как так-то? Ладно, мне нужно выгнать Hyundai. Потому что первую машину буду доставлять в Hyundai, не хочу в Сан-Франциско там переставлять, потому что у меня здесь сейчас ровная поверхность, и чтобы эта тачка может заехать только на ровной поверхности. То есть мне нужно будет еще искать, где место выгрузки.
отличный вид, стакан виски и уютный костерок, чтобы не замерзнуть.